Всем привет из Флориды. Вот сзади меня здание, это одно из них, в котором мы живем, на 6-м этаже. Сейчас покажу. На берегу, конечно, очень много водорослей, потому что, оказывается, вчера, по-моему, где-то был недалеко от нас шторм, а в двух часах езды. И вот, так сказать, нам тоже это что-то дало, и поэтому водорослей выбросило на берег. Вот, видите, сколько много, да. Мы в том году были на этом же месте, такого не было. Я на самом деле вообще, сколько ездию, первый раз вообще такое вижу, что так много водорослей. Ой, погода прекрасная сейчас на данный момент, потому что сейчас 6:30 утра, 6:30 утра, и я вышла походить. Сейчас покажу сзади небо, очень красивое, вот. Розовое. Розовые там облака. А проснулась я в 3 часа ночи или утра. Для меня это ночь, потому что вообще-то должна была спать. Спала, уснула я в 11, проснулась в 3, потому что я, в общем, чуть-чуть подгорела вчера. У меня плечи и спина. И когда я ночью, ну, крутилась, мне больно было. Я, в общем, проснулась от боли. И потом уже, конечно же, не могла уснуть. Вот думаю, ну, ничего, значит, так должно было быть. Сначала, конечно, пыталась себя усыпить, но не получилось. Думаю, ладно, не буду просто лежать в кровати. Займусь делом. Пошла. 4 утра попила кофе, сделала себе завтрак там небольшой. А сейчас уже приготовила детям, они еще спят, приготовила панкейки, как эти оладушки, да? Вот. И вышла. И решила пойти пешочком. Здесь идти 20 минут до одной бейкери, где выпечка продается, французская бейкери, очень-очень вкусная. Там продукция ихняя. Вот, и, ну, я была там не первый раз, поэтому знаю. Это вообще открыли сами французы в 2003 году, вот это именно бейкери, да? А так у них, у этих французов, у них во Франции была своя бейкери, пекарня. Они открыли в 1991 году. И потом, вот когда приехали сюда, им здесь это понравилось место, они тоже открыли свою пекарню здесь. И у них есть сын. А точно не знаю, но, по-моему, сейчас сын руководит этим делом всем. Вот. Там всегда очень длинная очередь. И люди прям готовы стоять в очереди подолгу, ну, купить их какие-нибудь вкусняшки. Я иду, как раз там открывается в 7:30. И я думаю, как раз прогуляюсь, пойду. Надеюсь, буду самый первый. Потому что прям там с открытия уже народ. Погода сейчас вообще прекрасная, ну, нету влажности. Народу очень мало, но ходят. Уже по берегу, смотрю, вон там. Кто-то рыбу ловит. Кто-то просто гуляет.
На самом деле мне очень нравится вставать рано. Пришла к бейкери, к пекарне, вот название. Французская пекарня. Еще 10 минут осталось до открытия, но вот я, оказывается, самая первая. Посижу, подожду. Взяла свои сладости и кофе взяла. Пока я сидела, ждала, я приехала, не приехала, то есть пришла на 10 минут раньше и была самая первая. И потом люди стали потихонечку приходить. И возле меня сидел один мужчина, мы с ним разговорились. Он сказал, что в этой пекарне самое лучшее кофе. А я никогда не брала его здесь. Я сказала, ну, хорошо, я тоже попробую. Смотрите, какие пальмы. Видите, какие разные пальмы. Такая вот слева, справа. Здесь. Пришла я по пляжу вот оттуда. Туда можно, если пойдешь. Ай, муха. Вот здесь паблик вход. По пляжу пришла, а иду обратно по дорожке. Детям взяла круассаны, они любят, а нам с дочкой пирожные. И до открытия этой пекарни уже был народ, уже человек 10 было. Но они хорошо сделали по-другому, быстрее очередь сейчас проходит. Допустим, там несколько человек работает, и у всех на руках есть вот эта машинка, где можно заплатить. Они, знаете, как официанты. Там их, по-моему, 3 или 4 человека, и они уже каждого спрашивают, что надо. Сразу платишь им. И так быстрее очередь проходит. А раньше не было такого. Надо было долго ждать, надо было заказать, потом ждать. Пока ты до кассы дойдешь, там заплатить. А сейчас у них, так сказать, ручная касса у каждого в руке. И так быстро получается. Быстрее очередь проходит. Вот такие французские сладости я взяла. Такую пироженку. Это с черникой. И вот это как заварное получается. С кремом. И кофе себе отлила. Сейчас это мы разрежем и поделимся. Очень вкусно это. И вот такие круассаны детям взяла. Французские. Мы спустились вниз, хотели выйти, и пошел дождик. Сейчас решили чуть-чуть переждать. О, солнышко уже выглядывает там. Ну, Сцилрейни сама. Еще дождик. И солнышко выходит. На нашем пляже никого нету, кроме нас пока. Гречку дали, кушают, доедают гречку. Он главный, наверное, на этом пляже. Сам всех отогнал и кушает сейчас. У них рты красные, да? Ну, у него самый красный.
Вон, смотри, сзади тебе там. Надо им принести там у нас что, какие-нибудь остатки. Хлебушка. Ворона. И что, все у нас нету? А, этот кушает еще. О, ворона, смотри, села. Ворона тоже, оказывается, просит кушать, смотри. Ой, сейчас драться начнутся. Ой, смотри. Мафия пришла, мафия. Да, точно, выгоняет, улетели. О, салат кушает, который мы кинули. О, у нас есть салат, который мы не доели. Блин, ветер. Подальше кидай. Ветер. Ты вот так в комочек сделай. И... А что у них рты открытые, да? Эти салат не кушают чайки, а вот ворона кушает салат. Нет, не съел. А, тоже не ест? Ух ты, гоняет. Это точно главное на этом пляже, видишь? Ворона гоняет. На этом пляже. Эй, так близко. Ну да. Ходит, я боюсь. Да не бойся прям. Так... А что не рот открыть? Мне нравится салат. Что еще тебе есть? А мы думали, кушает, оказывается, не кушает. Все, у нас ничего больше нету. Смотри, хочет своровать. Смотри, ворона на стул села. Смотри, смотри. Ой, смотри, ворует. Да. О, книга! Книга вытащила. А эти бабули там ушли. Бабули же там сидели. Она ворует книгу, смотри. Тяжелая, не может. Ага, вообще. Не, а еще одна вон села. Там, с другой стороны. Угу. Они кушают, там ищут. Угу. О, сейчас стаканчика. Смотри, стаканчик. Они умные. Да, их же, по-моему, даже учат говорить. А это так близко вообще. Где-то сколько? От нас стоит в двух шагах вот наши вещи. Ничего не нашел в сумке, да? Угу. Нет, голосистый, да, никак нет. Интересно, а эти вот сзади стоят, они спокойно, смотри, слушаются, послушные. Слушает вот этого главного. А где другая ворона еще? Вот. А, одна на столе. Все, ждут. Это так близко. А, гречку он доедает. Там крошки. Гречка валяется. Ну, так близко. Если ты руку подставишь, он с руки пукает. И он больно будет. Они до крови могут. Не знаю. Вон, опять смотри. Я там трубочку без чуть не забрал. Нет, так как интересно, книгу вытянула вообще. Ну все, у нас ничего нету. Бай. Все, там все доедается. Никому не. Угу. Ну никого не подпускает, смотри. Все вон стоят в стороне. Они тоже хотят есть, но они не. Не могут. Тут еще внизу там близко вообще гречка есть. Все, надо коробку забрать. Дай-ка я заберу. А так и будет здесь ходить, попрошайничать. Угу. Все, моя коробка. Майка упала. Угу. Ворона там, смотри, все лазит.